Не могу, к сожалению, поздравить сегодня с победой. Чемпионат близится к завершению, к своему. Расскажи, как себя сейчас чувствует команда, какая атмосфера внутри, в какой форме находитесь? Команда себя чувствует уверенно. Мы отошли от зимней паузы и уже потихоньку тренируемся, набираем свою форму. В сегодняшней игре мы многое показали, не совсем получалось реализовать свои моменты. Думаю, в следующей игре у нас будет больше шансов победить. Спасибо нашим соперникам за игру. Есть такое ощущение, что первая половина чемпионата была более удачной для команды, было больше побед. Чего сейчас не хватает, что не получается? Ответ на ваш вопрос довольно-таки простой. Мы постарались сменить тактику. В том полугодии мы старались больше играть, можно сказать, автобусом. Не совсем знали наших соперников. Сейчас мы более раскрепостились. Стараемся играть в живой футбол. И потихоньку у нас это получается на самом деле. Сегодня была довольно равная борьба. Центр вырвался вперед уже только в концовке. Чего не хватило, чтобы дожать и победу вырвать? Наверное, не хватило концентрации. Мы не доигрывали свои моменты, выключались из игры. Да и, в принципе, все. Ну и какие планы на оставшиеся несколько игр? Будете ли что-то менять или продолжать играть в свою игру? Мы постараемся сохранить очки. И остаться в середине таблицы, крепко закрепиться.